В инфекционную больницу Якутска госпитализирован 10-летний ребенок с подозрением на серозный менингит. Стало известно, что еще трое детей находятся на стационарном лечении с таким же серьезным диагнозом. В нашу редакцию попало письмо, где рекомендовали медицинским учреждениям в срочном порядке довести списки контактных детей до участковых педиатров, усилить медицинское наблюдение за детьми, иметь настороженность в отношении энтеровирусной инфекции. Сообщается, что данной инфекцией заболели дети из лагеря «Радуга», который находится в пригороде Якутска. По словам ведущего специалиста по организации медицинской помощи Управления здравоохранения Марианны Даниловой, состояние детей стабильное, энтеровирусное заболевание серьезной угрозы не представляет.